Мула не исключение. Камболов. Довольно рискованно играл Камболов. Но как все получилось? Канунников отработал до конца. Прокинул мяч на Кузьмина. Тут уже в штрафной площади. Опасный момент. Аздоев. Караденис. Есть шанс забить удар. И гол! Какой прекрасный гол забивает Рубин. Это делает Гёк Денис Караденис. Потрясающий удар. Верхний угол. Ну и ликует стадион центральный, ликуют болельщики Рубина. Есть первый гол в нашей встрече. Еще раз смотрим Кузьмин, который добежал, вошел в штрафную. Далее показалась не самая удобная передача. Но Гёк Денис мяч получил первым касанием. И далее роскошный просто удар турецкого футболиста. Действительно исполнил. Говорят, исполнил. Вот здесь Гёк Денис это, собственно, и сделал. Удар в дальний угол. И мяч от штанги залетел в ворота. 1-0 на 38-й минуте. Рубин выходит вперед. Гёк Денис забивает. И Рубин выходит вперед в принципиальнейшем матче против крыльев Советов. Не знаю, справедливый ли гол или нет, вытекал ли он из хода матча, но вот Рубина, вот именно этот...